А сегодня я сейчас заканчиваю свой 11-й километр, и таким образом я на этой неделе пробежал 43 километра, 11 с половиной, не 11 и 2, 10 с половиной, 11 и 2, и, ну, в общем, так, примерно, и получается, что я пробежал 43 километра. Это очень хорошо, поскольку до этого я пробегал 37 километров 3 недели подряд. Иногда я проявлял героизм, у меня было 20 километров. Я в последний день пробегал 15-35. Однажды я дотянул 13-12, что-то 5-5. 13-12, 5-7. Это было 39 километров, я не дотянул чуток. Вот. Но ритмичность очень важная штука. 11 километр. Хоу! Run to the moon. Вот. И отлично. То есть бег, он очень хорошо прочищает мозг. И я советую всем, если вы хотите достигать результатов, то необходима ритмичность. Ваш героизм там на определенных участках. Героизм чаще всего бывает в конце проекта, в начале бывает очень сильная воодушевленность, вот, но они не могут заменить ритмичность. Ритмичность, дисциплина — очень крутые штуки. Вот, поэтому бежим к луне. Run to the moon team, йоу!